Doyle is my name here, but I'm from a place called Ballyhonnis in County Mayo. This is my lens here. Okay. From there. It goes there. Then. Jump on the top. Perfect. And so are you ready to give this land for the first pilot project? Well, as we discussed yesterday here, I'm prepared to do it and we're prepared to work as a project together. As you've seen with the other developments across the road there, where they're standing on a parcel of 20 acres of land. We have a commercial garage already on site, which is a proper development. As you've seen under the gravel beneath here, which is very solid ground. It's not boggish ground, so it's solid ground. Check it. So this is solid ground. And you were planning to build there nursing home? Alright, okay, I think it will be fine. Okay guys, so I'm in Ireland, and see you soon, bye. Давайте сейчас я задам вопрос. А Анатолию Эдуардовичу еще попрошу, чтобы он тоже сегодня... А Анатолию Эдуардовичу дадим право тоже задать вопрос? Да. Давайте, значит, Анатолий Эдуардович, что это? Тут подошел один наш знакомый и очень серьезный профессионал, потому что было очень много вопросов, связанных с железной дорогой, с отношениями, взаимоотношениями струнной технологии и железных дорог, вообще как развивались железные дороги. И мы буквально сколько, две или три недели назад были в конструкторском бюро, и я могу сказать, что больше, чем профессионала-железнодорожника, об этом спрашивать бесполезно, правильно? Кроме как у профессионала-железнодорожника. Вот. И здесь подошел один очень хороший знакомый Анатолия Эдуардовича Юницкого, мой теперь уже это, бывший руководитель Западно-Сибирской железной дороги, бывший заместитель министра путей сообщения. Я могу сказать, что большего профессионала и железнодорожника, наверное, представить невозможно. И я сейчас прошу, Сергей Анатольевич, можно вас туда пригласить? Тоска, кстати, помните? А вы сейчас будете между двумя Сергеем Анатольевичами стоять. Друзья, то есть Анатолий Эдуардович у нас между двумя Сергеем Анатольевичами, тоже, что бывает не так часто. И сейчас вот такой вопрос, который я, Сергей Анатольевич, мы приехали в конструкторское бюро, вы посмотрели, вы как железнодорожник с большой буквы «Ж», то есть с самого начала. То есть, больше, чем вас, профессионала, я помню вас еще 25 лет назад на Западно-Сибирской дороге. По-землячески ко мне так относишься, как сибиряк, к сибиряку, да? Кузнецова. Да. И просто Сергей Анатольевич, он отвечал не просто в министерстве, знаете, там сейчас много, особенно сейчас, кто руководит, там до этого разведчики руководили железной дороги, теперь вообще финансисты. Но мы не будем критиковать, мы говорим о другом. Не критикуем. Просто сегодня, если управляют те, кто железные дороги имеют, скажем так, никакое отношение. А Сергей Анатольевич как раз профессионал, и он отвечал в министерстве за движение, за логистику, за просто более профессионала найти трудно. И вот мой вопрос, Сергей Анатольевич, вы посмотрели, вы увидели, как работает конструкторское бюро, как строится полигон, вы увидели, что делается. Я могу сказать, первое, вы увидели в этом будущее железной дороги? И второй вопрос, вы вообще в этом увидели серьезную работу или это детский сад? И я хотел бы еще немножко добавить. Год назад я был единственным сотрудником того предприятия, которое вы посетили. Год назад. Прошу прощения, я не готовился выступать, но поскольку у меня предложение... Вообще тут все по-домашнему, сложно. Тем более, я смотрю, обстановка такая творческая, вопросы неожиданные. Я об этом транспорте знал еще в начале 2000-х годов. Здесь уже рассказывали о «Озеры», где был первый эксперимент успешный. Тогда я был настоящим железнодорожником, у нас были реформы. И я один из тех, кто
вы помните, наверное, министр путей сообщения Аксененко. Да. Вот он как бы эти реформы начинал, и тогда была задача оптимизировать расходы, сделать перевозки доступными и так далее, и так далее. Все это хорошо знают, чего, к сожалению, пока не получилось, и на пригородных перевозках это видно всему. Ну и я отвечал за заместитель министра движения, начальник департамента перевозок, за эксплуатацию. Ну, естественно, нужно было тяжелые поезда, скорости, расходную часть убирать и так далее. Ну и много удалось сделать, но, к сожалению, результата не получилось. Того, который я тогда видел, что не получится, потому что очень большая нагрузка на железную дорогу. А скорость какая? Движение. Есть скорость участковая, есть грузовая скорость. Грузовая, да. Грузовая скорость, она равна там 19 километров. 19 веке была выше. Да. Нет, это было еще. Да, доставка груза, она на эта скорость она не меняется. Сегодня такой же осталась. Она была рассчитана на паровозную тягу, сегодня уже есть электровозы. И тогда вот, ну просто. Как в литературе прочитал, очень красивые картинки, посмотрел фотографии, не только картинки, а уже фотографии, реально подтвержденный ЗИЛ на струнах, двигается. Ну и потом я занимался уже практическими делами, то есть из министерства ушел, занимался, ну, будем своей компанией, грузовой компанией. То есть то, что вот теоретически было, занимался операторской работой, то есть компания «Новотранс», перевозки, то есть частный бизнес и так далее. Ну, тоже многого там не удалось достичь по ряду причин, потому что нет реальных условий для этого. Ну, вот мне предложили посмотреть, что прошло за 10 лет. Я был месяц назад в Минске. Познакомился с коллективом. И когда я видел картинки, мне казалось, что да, на компьютере сегодня многое можно показать, и очень быстро это все менялось, и красиво было, выглядело все. Но мы спустились, и там 3 этажа, серьезный коллектив. Я задал много вопросов и искал корень вот, решения вопроса. В чем вот, изюминка, да, струны, понятно, экология, скорость. За счет чего скорость? Я вот увидел, ну, то есть у меня тоже была проблема, когда, вот, вы помните, наверное, при Аксенке скоростной поезд «Сокол». Сейчас «Сапсан» и не наш. Тогда была теория «Сокол» должен быть с такой же скоростью. Он не пошел, скорости не хватало. Я увидел, что двигателем является колесо, то есть мотор-колесо. Оно решает много проблем, дает возможность скоростей. И тогда на все вопросы, которые у меня возникали, я задал и получил на все ответы. На самом деле. Опирание, вас удивило, что здесь... Да, я удивил, да, то есть была проблема в том, что колесо. Скорость большая, ну, в общем, сложная передача в шестеренках, тяги от двигателя передать на колесо. А здесь решение вот именно такое прорывное. На самом деле, может быть, сегодня то, вот, что нарисовано и так в голове все это ну, ясно, на самом деле, кажется, это далекая перспектива. Хотя проблемы, которые есть сегодня у транспорта, они подсказывают, что нужно просто перешагнуть. Это вот как вот есть уровень, класс. Один, второй, третий, ну это уже, наверное, какой-то 10-й, может, класс. Просто нужно решение, которое должен принять ну, соответствующий уровень руководства, чтобы шагнуть на эту ступеньку и подняться. Конечно, силы потребуются, расходы приличные, но совершенно несравнимы расходы те, вот сегодня мы сравнивали поездки Сапсана. Да, быстро, комфортно, хорошо. Но масса этого поезда, практически энергия, вот то, что сколько там людей перевозится, то вся энергия уходит больше на то, что перевезти сам этот Сапсан, сколько по его весу, и все расходы с этим связаны. Понятно. Здесь же совершенно другая технология. Здесь в основном энергия затрачивается на то, что перевозить пассажира, груз и реализовывать скорости. Я все время смотрю на Тару, вагон. Вот, да. Вот сегодня тоже на железной дороге поедет. Там будет 60-62 тонны, едет 36 человек. Да. Потом тянет электровоз весом 200-250. Ну да, тоже делите на пассажир. Получается 2 тонны железа, 2 тонны, везут одного пассажира весом 80 килограмм. Кого везет железная дорога? Сама себя. Себя везет. Конечно. На себя тратит энергию, сама себя изнашивает, те же рельсы, шпалы и так далее. Да? У нас где-то на пассажира 150 килограмм железа.
Вот эта логика, вот рассуждение, она как раз дает возможность решить проблему. Потому что сегодня проблему, ну, многое можно сделать, но все равно сегодня нужно у государства брать деньги, чтобы доплачивать пассажиру за его поездки. Реально человек не может рассчитаться. Или, ну, в общем, это дорого очень будет стоить. Сегодня за счет грузов каким-то образом это все. Ну, тоже владельцы груза тоже не согласны с этим за счет того, чтобы платить за перевозки своего груза, плюс еще и пассажирам оплачивать. И как-то это все не конкретно. А здесь вот оно по своей цене, по своей себестоимости, по расходной части, оно как бы дает возможность реально рассчитывать на возможность оплачивать те расходы, которые несет этот транспорт на перевозку конкретного человека. То есть открытая экономика. Сергей Анатольевич, еще вопрос. Можно, да, так сказать? Да. Пока два. Тут просто тут ребята задавали вопросы. То есть, сейчас не то, что пользуемся случаем, а когда задают вопросы, то понимаете, что интересно слушать, когда профессионал, потому что большего профессионала, чем Сергей Анатольевич, трудно представить в железной дороге. Наверное. Много, заканчиваю, я уже 10 лет не железнодорожник такой. Много хороших трасс. Железнодорожники все, какие там были, они так и работают. И второе, это Анатолий Эдуардович тоже профессионал. То есть, вот это уровень интересный. Я специально показываю, что уровень вопроса, уровень ответа. Потому что когда начинают задавать вопрос, сдует, не сдует, порвется, не порвется, это, конечно, для человека, который... Не сдует и не порвется. Да, ну это точно. То есть люди, которым лень почитать на сайте, они приходят и они смотрят. Поэтому сейчас вопрос более каверзный, Сергей Анатольевич. Это мы еще с Поддавашкиным, когда как мы с Анатолием Давыдовичем ходили к Аксененко, когда он сказал, шпал нету, железной дороги быть нет. Приговорили, я же говорю, не буду называть фамилию, он взял, назвал. Так вот, смотрите, вопрос. Когда мы обсуждали, а Поддавашкин отвечал как раз за объемы перевозки в министерстве, он тоже заместитель министра на тот момент был. И мы когда обсуждали вопрос по возможностям Skyway, тогда это называлось струнные технологии, я ему тогда говорил, сколько вы собираетесь возить по Транссибу? Тогда возили 100 миллионов тонн, потом подняли до 115, предел 118. Сегодня подошли к пределу. Сейчас просят из бюджета 2 триллиона рублей, чтобы увеличить до 250 миллионов тонн. Так, Сергей Анатольевич? Ну, то есть эти планы есть. И представляете, да, потратить весь фонд будущих поколений для того, чтобы удвоить то, что строилось при Николае, при Александре III 150 лет назад. Чтобы поднять скорость на 1 километр в час на Транссибе, нужно вложить 2 миллиона долларов. Вот. На 1 километр. Да. Потом на 100 поднять, на 200 миллиардов. Вот. Я сейчас задаю такой сложный вопрос, а Сергею Анатольевичу надо будет только сказать да или нет, я сразу извиняюсь, так сказать. Так вот, смотрите, Сергей Анатольевич, а сейчас вопрос, то, что делает Skyway, то, что делает система Евразтранснет, то есть евразийская система, это компания, которая сегодня технологии на рынок. По нашим расчетам, Анатолий Иванович, сколько будет с востока на запад идти грузов? Ну, не менее, наверное, 3 миллиарда тонн по этой сети. Вы имеете в виду год? Да, год. Не, ну, где-то больше миллиарда потребностей. Там Китай, Индия, а плюс Япония. Вода, плюс холод. Плюс, так сказать, да. То есть это уйдет. Вообще, по нашим расчетам, 5 триллионов, ну, 5 не будем пугать, хотя бы 3 триллиона. Вот я могу сказать. Миллиарды, извините. Не, ну, 5 миллиардов дать. Тонн, да. Сергей Анатольевич, как вы считаете, железная дорога теоретически может сегодня выйти на объем перевозок в 20 раз больше через евразийское пространство, и какие затраты для этого вообще понадобятся? Ну, вот слово «да», «нет» я бы не хотел так просто, да. Дело еще вот в чем. Дело сегодня не столько в объемах по железной дороге, а в качестве. Ну вот главная перевозка, главный груз для железнодорожников – это уголь. И сегодня угольщики научились добывать его так и готовить его на месте в таком качестве, что, ну, в общем, вопросов нет. И осушают, и очищают, и размеры нужные. И продают его таким. Но таким он до потребителя не доходит, потому что его грузят раз, выгружают два, пока он идет, он попадает с Кузбасса, он пошел на Дальний Восток. Идет 5000 километров, попадает с одного пояса, дожди и все тогда. Все это я просто иллюстрацию, да. Пока вы тут говорите. Там экскаватор, там бульдозер, еще раз перелопачивают. Сейчас экология, сейчас запретили строить порт, потому что от угольная пыль, она идет в город, нужно сделать крышу. Я плохо себе представляю, как это вот огромный склад угля, значит, в крышу. Ну и само по себе качество. То есть, когда уголь добыли, осушили, и потом везли, заморозили, промочили, переворошили, то есть он пришел уже совершенно другого качества. И угольщики получили другие деньги. Не те, которые потратили, а те, которые им по месту получатель уже рассчитался по факту, то, что получил. Это другой груз.
Поэтому сегодня вопрос стоит не в том только, лишь чтобы перевести эти объемы, да. Там, объемы... Качество транспортировки. Надо качество, да. То есть, так, если, вот если про объемы говорить, то вот как раз, скажем, конец 80-х, самый большой объем перевозок были в 88 году. Это тогда, когда вагоны сами себе уже мешали. То есть было вагонов столько, и когда груз кончился, вагоны остановились, то есть места вагонам на железной дороге не было. Нужно было ставить их на главные пути. Тогда их сбрасывали, там, разделывали, освобождались от них. То есть вагоны, если идти за объемами, то в какой-то момент вагоны становятся сами себе мешать. Поэтому это не выход за объемами гнаться. И важно сегодня привести качество. А если потребность такая есть? Она есть. Потребность надо есть, мы сегодня говорим, мы добыли уголь, дали ему качество, а привезли его... Добыли миллиард тонн в Кузбассе и в Китае, они добывают 2 миллиарда тонн, им нужен уголь. В два раза меньше. Завезем мы миллиард тонн на железной дороге. Да нет, не перевезем. Да. Если даже надо будет, не перевезем. То есть надо решение принимать, которое дает возможность решение есть. Качества. А на качестве решение делать есть. Объемы, потому что просто делать объемы, это дело... До того времени, когда был Советский Союз. Сергей, тоже нужен. Вопрос такой. Значит, сегодняшняя традиционная железная дорога эти потребности, эти вопросы решить не может. Сейчас, второй вопрос, который вот мы обсуждали. А можно пояснить, вот, почему основная причина? Да, конечно. Железнодорожник работает поездами. Это логика железнодорожника. Должен быть поезд. А есть еще понятие продуктопровод. Вот нефтяная труба, она же не имеет поезда, да? Или газовая труба, или водопровод. Или конвейер промышленный, да? У нас фактически СКВ – это продуктопровод. Он имеет другие характеристики. Они гонятся за не производительностью, а вот побольше вагон, побольше нагрузить, да? А мы за другим. Идет непрерывно, малыми количествами, и в результате производительность... И цена. И цена, и качество перевозок улучшается, да? И чтобы 100 миллионов тонн, допустим, нефти качать, ну, надо, ну, на труба, наверное, диаметром 1 метр. Не 100 миллионов тонн, а вот представьте Транссибирскую магистраль, чтобы возить 100 миллионов тонн, сколько нужно поездов, рельсов, шпал, мостов, путепроводов. Да? Поэтому мы работаем в логике продуктопровода, и мы можем, если надо, там вот были картинки, перевести миллиард тонн в год по одной трассе. В логике продуктопровода. То, что мы тогда проговорили, сделали, то есть ваше общее, теперь, я думаю, это интересует всех, ваше просто личное впечатление. Вот, вот, опора, спрашивали, как в горах. Вот один из вариантов, дом, где он является опорой. Сергей Анатольевич, ваше личное впечатление от того, что вы увидели, от того, что вы познакомились, от того, что вы сегодня, я считаю, в нашей команде. Вот, то есть... Ну, можно еще я закончу мысль про свой уголь, потому что это у меня идея, поскольку там нужно было искать реальную оптимизацию. Ну, все знают, что на Дальний Восток везут уголь, а с Дальнего Востока пустые вагоны. Контейнеры, наоборот, с Дальнего Востока везут груз в центр, обратно вагоны идут пустые. То есть у меня была мысль убрать эти расходы, и тогда... Ну, то есть она тоже немножко такая из фантазии, фантастическая, как для железнодорожников. Для меня самого, если бы я внешне сидел там напротив себя, удивился бы, что он говорит. Перевозить уголь в контейнер. Я с этой мыслью приехал. Анатолий Радович посоветовался. А можно сделать так, чтобы вот контейнер мы довезем до Уссурийска, скажем, а там вот с помощью ваших струнных технологий этот контейнер будет уже на Дальний Восток и прямо грузиться в пароход и отправляться куда нужно. А дальше в этот же контейнер будем грузы и вот уберем расходы ненужные. Порожние пробеги ликвидируем, встречные друг другу, высвободим пропускные способности. Он говорит, а сколько нужно вот этих контейнеров? Ну, я так думаю, сейчас пока, ну, скажем, 1000 в месяц. Он говорит, ну, разделили, сколько, значит, это какой интервал будет? Это практически 30 контейнеров в день нужно будет отвезти на расстояние 100. Ну, это просто мы построим линию, которая не будет работать. Контейнер прицепить к этой струнной технологии проблем, говорит, нету. Но это нужно ли делать такое? Я тогда понял, что да. То есть совместить вот одно решение с другим будет не совсем несколько неправильно. Поэтому нужно не полумерами шагать и делать вот то, что сегодня оптимизировать. Да, надо убирать ненужные расходы. А нужно сделать так, прорывное, чтобы подняться, и железная дорога должна доживать
свой груз и возить то, что у нее есть. А новые технологии должны принять тот груз, который сегодня реально напрашивается перевозить в других условиях. Вот я бы так сказал. Вот это я могу сказать, дорогого стоит. Кстати, помойка вот после посещения нашего предприятия изменилась. Да, я ехал себе союзника найти и думаю, как-то вот это дело решить. А решил так, что, в общем-то, это полумеры, и делать этим не стоит, оно не заслуживает этого. Нужно делать шаг просто-напросто на следующую ступеньку. Сергей Анатольевич, давайте все поблагодарим за то, что такого уровня такие специалисты и профессионалы с нами. Анатольевич, если у вас больше вопросов нет? У меня? Нет. Все, тогда отпустите. Да. Друзья, добрый вечер. Как видно, как слышно. Среда, 20 часов, значит, у нас все по плану. Работаем. Так, меня в прошлый раз спрашивали, почему я не в одежде. Сейчас я могу сказать, что все в порядке. Skyway Invest Group. Все у нас, все идет по плану. Так, поэтому Алексей поставил сейчас вот этот ролик с конференции с Гришиным Сергеем Анатольевичем. Много про него говорили. Вот, я хотел, ну, как бы там наполовину его остановить, где вопрос задал. Но я, честно, могу сказать, что с большим удовольствием просмотрел еще раз. И действительно, это дорогого стоит. Ну, то, что Юницкий стоял между двумя Сергеем Анатольевичами, это тоже, так сказать, знаковое событие. Вот, это шутка, конечно. Вот, но основной вопрос, что человек, который всю жизнь отдал себя железнодорожной отрасли, который был начальником отделения железной дороги на Западно-Сибирской дороге, который грузит основной уголь, потом возглавлял Западно-Сибирскую железную дорогу, потом был замминистра у Аксененко, именно это министр путей сообщения, вот, именно отвечающий за перевозки, за подвижной состав. Именно за логистику. Вот. И сегодня он возглавляет крупнейшую в стране железнодорожную компанию «Новотранс». Поэтому здесь я могу сказать, что мнение такого профессионала всегда очень интересно слушать. И я вот повторюсь логику, потому что не все, наверное, кто сейчас на вебинаре были, хотя многих я вот уже знаю, кто были с нами на форуме, кто был в Минске, поэтому вы лично это видели. Но особенно, друзья, я могу сказать, что просто стыдно иногда выглядит и очень некрасиво вопросы дилетантов. То есть я понимаю, что дилетанты есть везде, что они о себе очень так... Звук чуть-чуть это самое убавить. Как, друзья, звук? Вот тут Роман пишет, что хрипит звук. У остальных как? Нормально? Нет, пишет нормально. Роман, посмотрите, может быть, у себя уберите звук на компьютере, потому что это самое, чтобы я не менял настройки микрофона, видео, потому что звук, да, ну давайте я чуть-чуть уберу, вот так сейчас, угу. Все, давайте тогда дальше, вот, и это тоже очень наглядный такой пример, когда человек там первый, второй раз слышит о Skyway, приходит на конференцию, видит генерального конструктора, и начинает задавать дурацкие вопросы. Ну, просто дурацкие, потому что они на уровне даже не то, что первого класса или там элементарных здравого смысла, а просто при отсутствии здравого смысла. Просто человек первый раз увидел, начинает ковыряться пальцем в носу и говорит, а вот у меня вот такой вопрос. И на конференции это выглядело все, кто был на конференции, вы меня поймете, когда выходит один очень интересный вот такой вот весь человек в шарфе и начинает задавать вопрос сам себе, красуясь вопросом и изображая, что он очень хорошо разбирается там в чем-то. И Юницкий вынужден, естественно, отвечать на такие вопросы, что оно, конечно, полезно всем слышать ответы на такие вопросы. Но, друзья, я специально попросил приехать Сергея Анатольевича, чтобы человек, который в транспорте, и в особенно наземном транспорте, рельсовом транспорте, суперпрофессионал, больших профессионалов, ну, я, наверное, не знаю сегодня это сказать точно, вот, и чтобы люди послушали его специально, более того, он приехал в таких джинсах, в рубашке, он не готовился выступать, для него это была полная неожиданность, вот, я попросил его выйти на сцену, во-первых, там, поздравить с юбилеем, во-вторых, это, и в-третьих, я сказал, что вот давайте вот мы сейчас проведем вот прям такой экспресс
общение, где задаются вопросы, и два профессионала, один задает, другой отвечает. И, друзья, я могу сказать, что больше удовольствия я в жизни получал, когда вот видел, вот как общаются два профессионала. И думаю, что зал, кто находился, а там было почти 1000 человек, я думаю, все это почувствовали, и все это тут... Все это выглядело, ну, скажем так, крайне интересно. И это не просто человек задает вопрос, который абы что задать, а который действительно в отрасли и действительно бизнес-профессионал, потому что возглавлять крупнейшую перевозочную компанию в стране, это тоже, друзья, что-то из себя стоит. А второе, когда Юницкий отвечает именно с точки зрения технологии на те вопросы, которые не может ответить железная дорога. И... Завершаю вот этот как бы комментарий. Вы обязательно эти ролики посмотрите еще. Их сейчас много выкладывается в компании, в чатах, в официальной группе. Вот, потому что именно из такого рода вопросов, ответов складывается уверенность, складывается четкое понимание, что происходит. Вот. А как раз вот чем закончил Анатолий Эдуардович Юницкий, когда сказал, что вот вы как профессионал, как железнодорожник приехали с одним мнением, посмотрели, и сейчас он говорит, я вижу, что вы поменяли, что... сегодня именно приверженец Skyway и то, что мы дальше будем двигаться дальше. Вот. Это очень, я могу сказать, и знаменательно, и это тоже одно из ярких таких событий форума, который прошел из той работы к нашей. То есть мы буквально за месяц до этого ездили, и наш фонд именно Skyway Invest Group по инициативе Ковратова Андрея организовал эту поездку. Мы съездили, посмотрели, познакомились. Вот. Он меня попросил еще подключиться к этой работе, потому что я Гришина давно знаю. И результат этой работы получился такое очень серьезное сотрудничество, очень серьезное, ну, как ряд интервью, которые сейчас выкладываются. И вот участие в этой конференции, вы тоже, что он приехал, поддержал, ответил на вопросы. И я думаю, что все, кто были в зале, да и вы сейчас, все, кто видели эту запись, я думаю, что вы действительно от этого получаете удовольствие, действительно от этого получаете очень полезную информацию, и действительно это очень дорогого стоит. Так, значит, друзья, по опроснику у нас 27 человек новичков. Вот. Значит, кто бы не проголосовал, еще циферку 1 нажмите и ответите. А, вот еще один появился. 28 человек новичков из почти 480 то, что на вебинаре. Видите, у нас постепенно, у нас и на дневном сегодня вебинаре с Алексеем было более 400 человек. Сейчас уже приближается к 500. Это говорит, друзья, о том, что интерес идет, работа ведется активная. Так сказать, это, да, Любовь, это согласен, что видео очень хорошее. И вы, как участвующие, вы, по-моему, во всех наших конференциях, во всяком случае, и в Москве на двух, и в Красноярске, когда я был и в Москве, и в это самое, и в вот в Москве в этой, и в Минск вы приезжали вместе с своей подругой из Минусинска. Я могу сказать, что это, конечно, очень и очень дорогого стоит. Так вот, друзья, что мы сегодня можем сказать, и что сегодня нас всех объединяет и нас делает, что это все показало. Ну, вот наша работа, форум, Юницкий, 1000 человек, куча эмоций, друзья, так сказать, о том, что все больше и больше профессионалов подключаются, все больше и больше становится значимый проект и больше количества людей. Видите, у нас уже там до 1000 человек в день сейчас заходят те, кто просто на вебинарах, те, кто принимает в этом участие. Друзья, мы с вами, меня тоже в этом... пытались не то, что там упрекнуть, а как бы это, друзья, то, что я буду повторять постоянно. Это результат нашей работы. Это то, для чего мы с вами собрались. Это ту работу, которую мы сегодня делаем каждый день и которая сегодня приносит результаты. Видите, сейчас пошли слайды. Алексей показывает, идет работа, идет монтаж опор, идет проектирование, идет уже создание конкретных проектов в конкретных регионах с конкретной демонстрацией. Это вся задача, которую сегодня мы ставили, мы реализуем, мы двигаем, у нас получается. Мы всем скептикам, которые говорят про проект, которые пытаются внести какой-то деструктив, мы все отвечаем только своим делом, мы только отвечаем своей работой. И поэтому, друзья, нас объединило, нас соединило одно желание, одна цель. И здесь уже, друзья, эта цель даже не столько
и построить демонстрационную трассу SkyWay, построить полигоны, показать. Друзья, мы с вами все участвуем в проекте построения будущего. И сегодня мы вам доносим и не раз уже показывали, то есть это целая экономическая концепция, теория о том, что смена технологических укладов – это естественный процесс, это технологии нового уровня, которые выходят сегодня. И мы с вами участвуем сегодня в создании такой технологии, которая является ядром. Эта технология изменит весь технологический уклад, весь экономический уклад. Она изменит жизнь, если говорить в целом, цивилизации. Она изменит каждой страны, она изменит каждую страну. Каждого человека она изменит нашу жизнь. И мы с вами своими руками делаем то, что для многих это будущее, для многих это какие-то несбыточные шаги, для нас с вами это повседневная работа. И эта повседневная работа, всем друзья, заключается и в том, чтобы нести информацию, и чтобы привлекать новых людей, и в том, чтобы организовывать этот процесс, нести эту информацию и чиновникам, и бизнесменам, и простым людям, кто может ходить инвесторами. А вы видели, за этот год мы показывали, и вот отзыв Михаила был из, по-моему, из Миаса Челябинской области. Интереснейший парень, который тоже сегодня подключается к работе, активный. Он мне интересно задает вопрос, а куда пойти учиться? Я говорю, знаете что, вы пришли в проект, в SkyWay, и учиться уже времени нет. Надо брать сейчас, что мы делаем, и нести это дальше. И уже надо делать, а не учиться. А по ходу мы все научимся. Это тоже сегодня, друзья, специалистов в SkyWay практически нет. Может быть, наверное, один Юницкий, который это начал, и сейчас ряд конструкторов, которые технически разбираются в тонкостях SkyWay. Больше сегодня специалистов нет. Остальных все будем учить. Будем делать и будем по ходу страивать, будем делать. И поэтому сегодня, друзья, у всех есть уникальная возможность, уникальная, скажем так, перспективы. Не зря, ну вот я на дневном вебинаре был в Толстовке, здесь написано «Инвестируйте в возможности, бывают раз в 100 лет». Просто здесь в моей келье очень холодно, и я, так сказать, пока вел дневной вебинар, в этой Толстовке замерз. Сейчас пришлось печку затопить. Вот, и, соответственно, стало теплее, я вот одел другую униформу. Вот, поэтому сейчас у меня не инвестируют такие возможности, бывают раз в 100 лет. Но это действительно, друзья, не такое часто событие случается, когда есть возможность участвовать в проекте, есть возможность своими руками создавать то, что изменит жизнь каждого и изменит жизнь целой цивилизации. И в то же время, друзья, мы отстраиваем механизм, и это наша задача, именно как директорского состава SkyWay Invest Group, директорского состава, ну, там, руководящего состава ПО Евразия, Transnet Group, видите, так сказать, я постоянно показываю, мы объединяем мир, это наш девиз, наш лозунг, который сегодня стоит, строй SkyWay, спасай Россию, строй SkyWay, спасай планету, мы объединяем мир, это наша задача, это наша работа. И мы сегодня, друзья, все это делаем, и это не то, что я вам сейчас рассказываю, как политинформацию, чтобы лишний раз наехать и там вам зарядить мозги или так далее. Нет, друзья, мы собираемся для того, чтобы подвести итог, оценить, проанализировать, двигаться дальше. И сразу для новичков. Друзья, я, конечно, понимаю, вы вошли, но на этих вебинарах мы не делаем презентации. Мы ведем их вдвоем с Алексеем Суходовым. Сегодня на дневном вебинаре присутствовал Шуарман из Латвии. Сейчас он живет в Лондоне и ведет лондонский проект. Он только что вернулся с Ирландии, где общался с несколькими, сразу скажу, министрами. И, соответственно, договорился о выделении земли, о строительстве демонстрационного участка в Ирландии, о создании компании. Ну, в общем, он сам об этом расскажет, если успеет. Сейчас он торчит в Лондоне в знаменитых пробках. Если успеет, приедет, включится. Если нет, то либо дневной вебинар, либо Леша, Алексей Суходоев за него расскажет и, соответственно, покажет, что сделать. Значит, на прошлом вебинаре мы говорили, что Арман у нас улетает в Ирландию для того, чтобы вести переговоры. А Алексей встречается с руководством Челябинской области, для того, ну, там, города Челябинска, чтобы запускать адресный проект и, соответственно, двигать технологию SkyWay. Теперь, друзья, два слова сразу об адресных проектах. Много сейчас идет обсуждений, много идет вопросов, чтобы мы с вами должны понимать и четко представлять, что такое адресные проекты. Мы сегодня инициировали и запустили там десятка, там, может быть, двух десятков адресных проектов, не может быть, а просто они все в разной стадии проработки, в разных регионах, в разных городах, в разных странах. Адресные проекты, связанные с легким транспортом, мы назвали его Unibike, который является собой
совокупность технологий именно спортивно-оздоровительной, туристической, питания и массового развлечения. То есть это так общее название, когда я произнес Витольду Арчу, что это концепция инновационного туристического спортивно-развлекательного кластера. Он говорит, а как это будет выглядеть и по-человечески? Я говорю, ну это просто скайпарк. Он говорит, ну скайпарк понятно. Значит, это новая концепция именно туристической индустрии для любого крупного мегаполиса, для любого парка. Вот. Это как точка входа. И сейчас, друзья, инициирую этот проект. Почему? Алексей об этом дальше подробнее расскажет. Это другая система сертификации. То есть это не транспорт, а это система развлечения. Она не требует такого количества согласований. Тем более это идет как сборно-разборная конструкция. Она позволяет строить в парковых зонах и там, где нельзя строить основные сооружения. Но самое главное, друзья, это демонстрационная система, которая покажет возможности, которая покажет и будет внедрять технологии Skyway. И самое главное, друзья, она продемонстрирует, что это работает и это существует. И самое главное, чтобы вы должны сейчас понимать, потому что очень много обращаются людей, что, друзья, я хочу продвигать в своем городе технологию Skypark'а по технологии Skyway. Дайте мне бизнес-план, дайте мне то, дайте мне то. А еще тут некоторые даже просят, заплатите мне денег, чтобы я там сделал то-то, то-то. Значит, друзья, это несколько неправильное понимание того, что мы сегодня делаем. Первое. Адресный проект может быть инициирован и идти там, где есть большое количество наших союзников. Пока у вас нет в регионе ваших партнеров, друзья, ни о каком адресном проекте говорить нельзя. Это просто смешно, это просто утопия. Если вот мы с этим толкнулись, и как мы с этому пришли? Мы инициировали серьезно через фонд, заказали исследование, заказали проект по Санкт-Петербургу. Казалось, он нужен очень из центра города в аэропорт. Мы думали, что мы придем завтра к администрации, и нас с распростертыми руками, тем более, что у них зарезали проект по скоростной электричке, зарезали проект по метро, поэтому там сегодня ездить нет постоянной пробки, и мы считали, что мы им делаем решение, они нас должны носить на руках. Но мы получили полный отворот-поворот, мы получили полный негатив, потому что никому из чиновников это сегодня не надо. И Маргарита Медонецкая, это наш активный директор, это наш активный, кто продвигает адресный проект, она с такой энергией прошибла всю эту администрацию, что потом они стали от нее, так сказать, как бы отгораживаться, потому что с такой энергией, которую она продвигала, им уже невозможно было отказывать. Так вот, друзья, дальше мы четко проанализировали эту ситуацию, и четко стало понятно, что, друзья, пока в Санкт-Петербурге не будет 10 тысяч человек, которые поддерживают проект, которые инвестировали в этот проект, которые являются его сторонниками и готовы его поддержать, никакой адрес проект в этом городе, в Санкт-Петербурге, не пойдет. Поэтому, друзья, мы четко сейчас выходим и говорим, что если вы собираете в своем городе определенное количество сторонников, когда вы выстроили работу и вы можете краудинвестинговой, инвест-проводящей системой начинать заказывать проекты, заказывать модели действующие, заказывать документацию и, соответственно, подготовить строительство, друзья, вы подготовили почву для того, чтобы адресный проект начался. И поэтому мы вводим, тут у нас был очень жесткий такой разговор с одними из наших представителей в регионе. Так вот, друзья, прошу к этому отнестись с большим пониманием. Мы ставим определенный фильтр, что люди, которые будут продвигать и являться директорами компании Skypark'а именно по технологии Skyway в регионах, они должны обладать определенными требованиями. Для этих требований, друзья, надо выполнить определенную работу. Если просто так вы приходите и говорите «я хочу», то, извините, друзья, мы уже имеем опыт работы с болтунами, которые просто говорят «я хочу сделать», а на самом деле он в жизни может только бла-бла-бла молоть языком. Он говорит, что я пойду и договорюсь, и некоторые уходят, и ходят до сих пор. А при этом разговоров, обещаний идет очень много. Третий говорит, я приведу инвесторов, тоже уходит, и до сих пор ходит с этими инвесторами, непонятно, где они у него находятся, в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах или где-нибудь на Луне. Но факт тот, что некоторых людей мы этих до сих пор не видим. Так вот, друзья, мы ставим фильтр о том, чтобы люди, которые действительно занимаются продвижением уже адресного проекта, друзья, я прошу понять, что адресный проект и построение структуры, людей, привлечение – это разная работа, это разный бизнес. Они, конечно, очень сопряжены, они, конечно, находятся очень близко связаны, но
Друзья, это следующий этап, и для этого надо обладать определенными навыками, поэтому мы вводим обучающую систему, то есть для того, чтобы стать потенциальным директором адресного проекта, надо первое, пройти обучение, подтвердить, что вы можете это сделать. Второе, опять же, вы можете не подтверждать, если у вас большая структура, вы своей работой показали, что вы можете привлекать людей. Раз вы можете привлекать людей, значит, вы можете убеждать людей получать информацию. Значит, вы можете убеждать людей инвестировать. Значит, это второй ценс. И третий ценс, которым тоже у меня есть, там, во всяком случае, два очень близких моих товарища, которые тоже начинают адресный проект. Один в Сочи, другой в Словении. Это связано с личными большими инвестициями. То есть, когда люди инвестируют не одну сумму тысяч долларов, они тоже получают прямое право продвигать адресный проект, продвигать, быть инициатором, директором, потому что человек, который на такой ранней стадии, тем более это эти два моих товарища уже почти год, то есть на самой ранней стадии инвестировали в проект Skyway, конечно, они имеют право быть инициаторами и быть теми, кто запускает адресный проект. Поэтому, друзья, я прошу тоже к этому отнестись, потому что на нас сейчас с Алексеем идет большой вал предложений по адресным проектам. Те, кто начинает уже суетиться и бегать по администрациям, по мэрам городов и так далее. Во-первых, мы сейчас разрабатываем полный алгоритм, и буквально еще, наверное, неделю-две, но в пределах месяца у нас будет полностью пошаговый алгоритм, включая все инструкции, которые включают в себя всю техническую документацию, которую надо пройти. То есть то, что надо по отводам и по разрешениям строительства, по техническим договорам, которые надо заключать и так далее. Мы под эту создаем систему, и тот, кто будет в нее включаться, он будет обеспечен всем пакетом документов для того, чтобы это двигать. Пока я могу сказать, что у таких проверенных и надежных менеджеров, директора адресных проектов у нас сейчас уже два. И надеюсь, что вы увидите сегодня обоих. Ну, вот один из них это Арманд, вот это наш уникальнейший, интереснейший парень, который год назад я познакомился на мартовской конференции, который приехал как небольшой инвестор, по-моему, там на 100 или на 200 фунтов. Ну, он сам скажет, могу ошибиться, может быть, даже на 500. Вот. Со временем он стал директором Skyway Invest Group, потом директором лондонской компании Global Skyway, Global Transnet UK, а сегодня он уже запускает адресный проект, связанный со скайпарками, и как раз буквально позавчера вернулся из Ирландии, где провел переговоры с двумя министрами, одним туризм, один еще там чего-то сам расскажет. Соответственно, договорился с инвесторами, с бизнесменами о выделении земли и о запуске адресного проекта в Ирландии. А дальше с тем, чтобы это, соответственно, дублицировалось на парке в Дублине, в парке еще в ряде крупных городов Ирландии. То есть этот процесс очень активный. И Арманд, как только будет, как он написал, доедет с пробки, то мы обязательно ему дадим слово. А это как раз для меня очень такой важный момент, что парень, который шел, первый раз увидел год назад, ну чуть больше года, там, в марте прошлого года, сейчас вырос на стадии директора, на стадии уже топ-менеджера конкретного проекта. Он сам мне после одной встречи интересно звонит и говорит, вот я являюсь крупным бизнесменом, реально с миллиардерами, которые, так сказать, и рассказываем о шестом технологическом укладе, о новом виде транспорта, о новой концепции коммуникации, о новой концепции развития линейных городов там, и так далее, и так далее. Они все это слушают, раскрывают рот, а потом спрашивают, ты где учился, какое у тебя образование. Вот. И Арман как раз говорит, друзья, я нигде не учился, у меня нет высшего образования, я хожу на вебинары Skyway, я общаюсь с людьми, которые это делают, и поэтому вся информация, которая есть, она идет из проекта Skyway. Как раз, друзья, ответ очень многим на то, что где и как учиться. Друзья, надо это делать, надо сейчас быть в команде, и, соответственно, это очень серьезная работа. Я считаю, что, ну, Алексей сейчас сам скажет, Арман скажет, я считаю, что ребята, во всяком случае, мне лично очень повезло, что эти все ребята появились на первой конференции мартовской. Я говорю, это и Арманд, и Алексей, и Ольга Шантина, и Андрей Хратов, который потом вот организовал это направление Skyway Invest Group. Это все команда, которая собралась и за год сделала очень много. И дальше, друзья, поверьте, что планы и работа у нас настолько грандиозная и настолько шикарная, что это дает, открывает перспективы перед очень большим количеством людей. Так, Арманд, приветствую. Арманд у нас появился в сети, нет? Так, Арманд, ты у нас здесь?
Нет, пока, так сказать, это. Вот, и сейчас я бы тогда, пока у нас Арманда нет, просто у нас на дневном вебинаре была такая логика, что сначала выступает Арманд по... Так вот, пишет, появился Арманд. Арманд уже здоровался. Ага. Так, тогда давай, Арманд, заходи, тогда тебе слово, а потом тогда сделаешь перебивку, я еще там два слова Алексею, и потом будем двигаться дальше. Значит, Арманд, у нас по регламенту, помнишь тебе, да, там 10-15 минут. Так, здесь Арманд? Нет, он, говорят, здоровался, но нету. Хорошо. Тогда Арманд уже на месте. Не слышит. Арманд. Так, не получается, да? Ладно, тогда давайте это самое. Алексей Суходоев, тогда давай тебе слово. Ты начинай про адресный проект Челябинске. А Арман, когда будет готов, тогда включится. Алексей? Да, здравствуйте, дорогие друзья. Так, напишите, изображение, подожди, тебя видно? Нету. Звук есть, так, изображение меня, нету. Меня не видно, да? Ага. Сейчас что-то у нас сегодня наш младший брат опять. Давайте все вместе, Арман. Вот, что-то. Значит, ну, друзья, Алексея, я не знаю, надо представлять, не надо представлять, это тоже молодой талантливый парень, который подключился к работе, и сейчас я могу сказать, что не представляю, как бы я там работал в проекте, и что бы мы сейчас делали, если бы Алексея не было. Так, не можешь войти, да, Алексей? Попробуй перезагрузиться. О, Арман появился. Фу, ребята, я здесь. Давай, Арман, давай, рад тебя видеть. Алексей не может включиться, тогда ты, давай, твоя часть. Да, потом я начну. Мне два слова перед Алексеем, и потом тогда дальше. Так что это, давай. О, значит, немножко извините, я отдышусь, да, только что прибежал. Дело в том, что пятая зона в Лондоне, ну, кто не знает, да, то есть Лондон, он распределен по зонам. Вот, и пятая зона, то есть у меня там встреча была, и по, значит, ну, у вас там Яндекс, да, есть этот, а у нас есть какой-то TFL, и по TFL там показывает, сколько времени до дома добираться, но они не учитывают пробок, вот, из-за того, что вот пробки, опоздал на час, поэтому прошу извинить. Ну, давайте, наверное, начнем с того, чем я занимался в Ирландии. Значит, мы приехали в Ирландию, Наталья там очень хорошо меня встретила, то есть это он очень хороший наш такой партнер, да, и активист у нас в Ирландии, вместе с Виталием, там, Олегом, то есть, ну, там такая команда. И так как, вот помните, Андрей рассказывал про то, что нужно делать такие, как домашние кружки. Вот я провел домашний кружок. Два таких кружка провели в субботу, воскресенье, хотя надо было отдыхать. И вот на этих домашних кружках, ну, у нас там ни много ни мало, ну, там под где-то 8 тысяч там евро люди инвестировали. Соответственно, мы поняли, что деньги у ирландцев, там, англичан, да, есть на то, чтобы финансировать. И перед тем, как я скажу, каким образом у нас прошла встреча, значит, в Ирландии, что я хочу, чтобы мы все понимали. Поймите, самое главное, это то, что строится у Юницкого в экотехнопарке. То есть мы вместе строим, самое главное, это экотехнопарк. Но вот такие вот адресные проекты, они дают более понятное тем людям, которые там живут, они дают четко понимание, где это строится. Они не могут приехать в Белоруссию. Многие не верят. У многих там русофобия, да, что ой, все, что с РУС связано, да, там это мошенники, это кидаловы и так далее. Но как только мы начинаем говорить о адресном проекте у них на земле, то есть появляется интерес, и они готовы финансировать, понимаете? А то, что они готовы финансировать, соответственно, пойдет Юницкому в КБ на проект, на сделать вот эти вот документы. Соответственно, у нас будет поток денег.
Вот. И исходя из этой логики, то есть мы понимаем то, что нужно как можно больше народ объединять, там Англию, Ирландию, Шотландию, Европу всю и так далее. Для чего? Именно чтобы финансировался наш экотехнопарк. Ну и значит, приехал я туда, Наталья меня свела с человеком, который нас свел, соответственно, с министром. И вот этому министру буквально за 5 минут, то есть опять же, короткая презентация, то есть чтобы его заинтересовать, да, кто знает, это 29 секунд, я всегда пытаюсь придерживать 29-секундной вот этой техники. То есть за 29 секунд я ему просто показал, что первое, это будет что-то новое и невиданное у вас в Ирландии. Соответственно, вы привлечете внимание и туристов. Третье, это экологичность. Соответственно, все зеленые, да, а здесь, если вы не знаете, очень сильно люди за экологию. И тут бизнес, тут целое движение делает по невырубанию деревьев, да, и так далее. Вот, поэтому зеленые с вами. А в-третьих, это еще и бизнес. То есть, соответственно, за 29 секунд я просто дал вот такие как бы моменты, которые его заинтересовали. И после этого, значит, это был действующий министр, да, я не буду его называть сейчас его имени, но я думаю, как только он, скажем так, сейчас встретится еще раз со мной, уже назначена встреча на 24 ноября, вот, как только он встретится, я думаю, что я уже смогу тогда рассказать и открыть его имя. Вот, значит, вот этот вот момент очень интересный был, потому что он сказал, типа, ну, хорошо, ладно, интересно, обменялись визитками и, в принципе, разошлись. Буквально вечером, опять же, там один ирландец говорит, слушай, ну, ты пока здесь, может, еще поработаешь? Я говорю, ну, давай, конечно, поработаю. Приводит мне еще одного, он на выборах, то есть он будет, он баллотируется, он в прошлый раз тоже, на прошлых выборах баллотировался, но чуть-чуть не хватило, чтобы он сел в кресло, да, вот. И в этом году он опять же баллотируется. И вот этот человек, который баллотируется, он такой говорит, слушай, а что это, ну, типа, расскажи. Ну, и я ему рассказываю вкратце. Соответственно, он понимает, и он мне говорит, ты готов это делать сейчас? Я говорю, ну, конечно, мы готовы, лишь бы только спрос был. Он говорит, я готов предоставить землю. И вот я не знаю, вы смотрели или нет, видео у Леши есть там. Леша, можешь скинуть, да, YouTube? Линк. Соответственно, я его просто взял с телефона и запечатлел, что он нам дает под этот проект пилотный, да, Skypark проект, он нам дает землю. Он нам дает, то есть уже человек, который будет строить. И вот эти вот два момента и хватает для того, чтобы привлечь инвестиции. Соответственно, так как это будет в Ирландии, то есть ирландцы готовы будут там инвестировать, сколько мы скажем. Но что мы сделали? Мы, самое главное, это мы строим, да, то есть мы с вами все делаем одну очень важную вещь – стройка. И из-за того, что стройка идет, очень легко общаться с такими вот крутыми министрами и так далее. И буквально только что я тоже встречался с человеком, который, из Нигерии. То есть, чтобы вы понимали, Нигерия – это 170 миллионов населения, а во всей Африке там более миллиарда. И там очень необходима инфраструктура и транспорт второго уровня. И вот мы с ним сегодня общаясь, да, то есть пришли к тому, что он сказал, хорошо, есть в Африке такая, как называется, African Unit или как-то так. То есть АУ она называется. Я сейчас не помню аббревиатуру, да, как она растолковывается. Но что он сказал? Он сказал то, что он донесет вот этот вот эту идею до них, потому что они могут повлиять на всех чиновников. И их интересует уже не легкий прогулочный транспорт, а их интересует именно транспорт. Потому что у них большая проблема. Хотя у них ресурсов там очень много. И я думаю, в ближайшее время надо будет подготовить такой технический вебинар по поводу того, что вообще есть в Африке и почему они настолько заинтересованы. Так что встреча прошла очень хорошо. 24-го уже получен, email. Ждут меня на таком совете, там будет совет всех министров. То есть он соберет всех министров, которые сегодня действующие, и они, они отвечают за то, чтобы там проложить трубу, поставить какой-нибудь там фонарный столб, да, то есть вот эти все люди, они будут в одном месте,
И нас пригласили туда сделать презентацию именно по нашему вот этому легкому прогулочному транспорту. Вот. Но опять же, без вас, ребята, ну, наверное, да какой, наверное, точно бы этого не было. Поэтому то, что мы делаем, это важно. А с нашей стороны мы делаем все. И поверьте, вот хочу вот вдохновить тех молодых ребят, потому что мы можем реально идти в любые двери. И с Алексеем, ну, у нас, как Сергей Анатольевич говорит, у нас такая здоровая конкуренция. На самом деле мы друг другу помогаем. И я очень благодарен Алексею за то, что он, ну, скажем так, помогает мне делать те вещи, которые получается у меня сделать, ну, нам всем во благо. Еще раз извиняюсь за то, что опоздал. Не буду забирать время. Леша, тебе слово. Спасибо большое за ваше внимание. Благодарю, Арман. Друзья, здравствуйте. Ну, собственно, сегодня такой действительно экскурс вообще в адресные проекты. Давайте окунемся сейчас в историю развития адресного проекта в Челябинске. То есть, можно сказать, что действительно история есть уже у этого проекта. И все началось с августовской третьей уральской конференции. То есть на этой конференции произошло знакомство именно с ключевым лоббистом. Да, можно утверждать, что без лоббистов можно сделать, но стоит заручиться при инициации адресного проекта как поддержкой сверху, так и поддержкой масс. Что такое поддержка масс? Поддержка масс – это в первую очередь возможности и необходимость выстраивания инвестпроводящей системы. То есть нужно четко понимать и осознавать. Если у вас не будет всего двух пунктов, то есть это сеть, и сеть немалая, и поддержка сверху, то есть человек, который будет ходить по кабинетам, либо сами можете ходить на первой стадии, но вы должны обязательно обрастать командой. То есть я с этим столкнулся, и да, будут встречаться различные люди, команду нужно выбрать, команде нужно притереться. Я скажу, что сейчас вот с людьми, именно с которыми работаем над Челябинским проектом, да, можно просто сделать одному. Но эффект будет совершенно не тот, как никто из нас один не профинансирует экотехнопарк. И, собственно, с Челябинска, с Екатеринбурга в августе родилась концепция вообще Юнибайка. То есть это именно такое, именно название уже по спецификации, принятое Анатолием Эдуардовичем Юницким, научно-производственным конструкторским предприятием. И в сентябре родился первый проект в парке Гагарина, проект «Поехали». Это действительно для нас было знаковое, очень сильное, серьезное мероприятие. Мы действительно поехали, и мы поехали именно в векторе реализации адрес проекта легкого прогулочного транспорта, то есть также можно назвать спортивно-развлекательный туристический кластер типа Skypark. В сентябре 2015 мы успешно донесли эту стратегию легкого прогулочного транспорта именно как точка входа вообще в мировую транспортную нишу до Анатолия Эдуардовича Юницкого. Естественно, мы параллельно заложили капсулу времени. И 13 сентября уже произошло знакомство с проектировщиками. То есть без проектных организаций, дорогие друзья, я скажу, что невозможно двигаться в вашем регионе. И тот этап, именно начальный этап проектно-взыскательных работ, предпроектных работ, то есть должна быть проштудирована геодезия, все подземные коммуникации, соответственно, полученные, и это не просто полученные, это уже интеллектуальная собственность конкретной компании по адресным проектам, в данном случае Челябинск, Ирландия, также я думаю, что активно подключится Екатеринбург. Кстати, вот Екатеринбург, там будет настоящее, можно сказать, ну, соревнование у нас не назовешь, потому что все на синергию, все на взаимодействие. Но уже две заявки по Екатеринбургу и, как я полагаю, два разных парка. И, собственно, самое интересное, что Екатеринбург, да, сможет это выполнять, потому что есть определенный потенциал, есть конкретные результаты по сбору именно участников, наших инвесторов, потенциальных инвесторов на Уральской конференции в Екатеринбурге. И да, это показатель. В Челябинске тоже есть такой потенциал и есть конкретные результаты.
И, друзья, я четко осознаю, какую ответственность непосредственно инициаторы адресного проекта принимают на себя. Потому что я не погладил по головке, я сказал, как есть. И появится, я думаю, видео в сети, когда мы получим именно запись прошлой, именно сбора конференции, мини-конференции на 40-50 человек в городе Челябинск, когда я говорил, что да, мы сначала увеличивались по конференциям, но на третьей конференции, несмотря на то, что на второй конференции у нас было 300 человек, на третьей конференции у нас присутствовало 100 человек. То есть это уменьшение именно интереса к проекту Skyway в 3 раза, и, соответственно, 200 человек прохлаждались просто где-то в другом месте. Я сказал, как есть, что абсолютно не пройдет та стратегия, что кто-то сделает что-то за вас. Друзья, стоит осознавать, что действительно, если вы инициируете адресный проект, и мы будем проводить именно воронку, то есть существует воронка продаж, у нас будет воронка именно отбора по адресному проекту. Если у вас есть структура, замечательно. Если у вас есть возможность лоббирования, но нет структуры, пожалуйста, нужно будет обучиться конкретному алгоритму по адресным проектам и только после этого идти уже к чиновникам, общаться, потому что можно войти не в те двери, можно пойти не к тем людям и, соответственно, можно, более того, сделать неправильную трассировку. То есть я с проектировщиками, когда общался, они рассказывали массу случаев, когда были построены целые торговые комплексы и буквально отклонение несколько десятков метров, все уже на стадии стройки под снос. То есть либо под снос, либо переоформление именно самого проекта, всей документации. И перенос этого, соответственно, здания именно по проекту конкретно на то место, на котором оно может находиться. И это очень важно, это да, можно обойти, но вектор будет абсолютно не тот. То есть, возможно, корабль, который вы запустите, он будет «Титаником», и, соответственно, все инвестиции, которые будут привлекаться с области, с региона, они могут быть конкретно на вашей ответственности, потому что это ваш адресный проект. Я привел сравнение на дневном вебинаре Антуана де Сент-Экзюпери. То есть мы ответственны за тех, кого приручили. То есть это относится к семье, к друзьям, но считайте, что адресный проект – это ваше детище, и вы действительно ответственны за этот адресный проект. И, друзья, что могу сказать по истории развития адресного проекта? 22-24 октября произошел именно квантовый скачок такой, то есть вот здесь ошибка на слайде, 22-24 октября, естественно, мы участвовали в форуме, спонтанно абсолютно участвовали, то есть перед тем, как поехать на московский форум, я сразу приехал с закладки нулевого километра, и до закладки нулевого километра я просто писал в скайп именно вот участникам команды по челябинскому адресному проекту, что обязательно сходите на мероприятие «Опоры России». И так закрутилось, что там, соответственно, встреча произошла с Яной, то есть это руководитель именно площадки, где появилась выставка, вторая уральская. Нам напомнили про этот дом, естественно, мы в нем стали участвовать, несмотря на то, что я должен был ехать на совет директоров 21 или 22 числа октября. Соответственно, я на день опоздал, и, друзья, этот день был прожит не зря именно в Челябинске, а не в Москве в тот момент, потому что за 1,5 дня мы вышли на замгубернатора области. И это действительно может сделать каждый регион, то есть эту процедуру можно пройти с помощью выставки, но, естественно, здесь есть элемент везения. И уже 5 ноября успешно прошла плановая встреча именно с управлением транспорта Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. И, соответственно, забегая вперед, этого вы не увидите в чатах, этого вы не увидите нигде. Но вчера произошла тоже очень серьезная встреча с управлением градостроительства и архитектуры. Это как раз-таки то звено, которое невозможно пропускать. Более того, проектировщики не могли начинать работу и
что-то даже концепты именно проектирования намечать. Соответственно, трассировка была бы неточная, пока не произошла встреча, совещание именно с руководством градостроительства и архитектуры. На этом совещании мы получили зеленый свет. Да, город хочет городской пассажирский транспорт, но начнется все как раз-таки с легкого прогулочного транспорта. Когда мы будем говорить про ниши ресторанного бизнеса, то есть многое вы узнаете в будущем, это будут отдельные вебинары по именно новой нише, новой инфраструктуры второго уровня, которая рождает именно технология Skyway, которая рождает юнибайки. И поверьте мне, это будет не просто аттракцион, это будут золотые проекты, потому что оккупация они будут очень быстро по сравнению с подобными проектами по существующей транспортной технологии. И, соответственно, уже на втором, на третьем этапе будут присоединяться, я уверен в этом, крупные инвесторы. То есть мы уже наметили именно план светских вечеров, так называемых. То есть мы будем заходить также на высокие уровни, на элиту, так скажем, свет. Есть на то связи, есть на то возможности проводить такие встречи, потому что финансировать адрес проекта города Челябинска мы постараемся и приложим все усилия, чтобы об этом как минимум узнали все и как максимум 15-20% населения города Челябинска стали действительно инвесторами. И, друзья, для чего мы все собрались на данном вебинаре? В каждом вебинаре мы будем проводить именно параллель, ставить жирную точку. Для чего мы здесь находимся? Мы все находимся, чтобы экотехнопарк появился в реальности, чтобы наша мечта воплотилась в жизнь, в железо и стала приносить нам всем дивиденды. И, пожалуйста, те, кто присутствует первый раз, в конце дождитесь специального промокода, который сможет дать вам плюс 1% к вашим инвестициям. И это только для новичков, только в течение одного дня. И, собственно, такой шанс невозможно упустить, поверьте мне. Завтра также будет анонс такой очень серьезное мероприятие, то есть Андрей Федорович Ковратов, несмотря на всю свою занятость, активно также проводит тренинги и намеренно обучает нас с вами, потому что, поверьте мне, когда я вступал именно в компанию в качестве обычного инвестора в феврале 2014 года, я не предполагал, что сегодня будет развитие по адресным проектам. Но это реально здесь и сейчас, и каждый из нас с вами может это исполнить и принести действительно благосостояние и радость именно своему городу, своему региону. Потому что, естественно, своя рубашка ближе к телу, но все мы строим Skyway и спасаем Россию. Всем ждем завтра на тренинге, смотрите рассылку. Андрей Федорович Ковратов даст вам мощный заряд и посыл. Благодарю, всем счастливо. Спасибо, Алексей. Вот, видите, то есть сейчас сразу могу сказать, что, ну, я сам с Алексеем слушаю с большим удовольствием, потому что работа действительно проделана колоссальная, и мы постоянно это делаем, это только первые шаги. И почему, чтобы вы сейчас отнеслись с пониманием, почему мы так подробно рассказываем о градостроительном управлении, о транспортном управлении, о всех проектировщиках, потому что, друзья, как только мы пойдем, мы с этим будем сталкиваться в каждом городе, в каждом регионе обязательно. И мы сейчас проходим это своими шагами, своими руками, ногами, каждую бумагу согласовываем для того, чтобы у нас был алгоритм, и по этому алгоритму можно сразу идти, и мы четко знаем, как, что, какие шаги делать, чтобы получать результат. Потому что мы сейчас тратим на это довольно-таки много времени, сил, где-то есть определенная элемент везения, вот, хотя везение просто так не бывает, везение дается тем, кто работает, и тем, кто идет к результату, поэтому тем, кто работает, тому и везет, а тот, кто не делает, тот соответственно никакого результата и не получает. Поэтому мы делаем, и сейчас я могу сказать, что благодаря таким ребятам, вот как Арманд, потому что Арманд сейчас он так скромно промолчал, но он сейчас еще и директор компании, которая называется London Sky Park. Это проект, который готовится по Лондону, который тоже продвигается. И
Он тоже потом на одном из вебинаров расскажет, просто сейчас пользуюсь, что он уже сказал, я за него вроде как новости выдаю, что он на работу в компанию берет сейчас профессоров реальных действующих университетов, очень важных, которые вхожи и к мэру, и к многим бизнесменам. Вот. И Арман тоже так говорит, что кто бы мог подумать, что один из ведущих профессоров будет у меня сотрудником в компании, в лондонской компании, где латыш из Риги является, друзья, генеральным директором. И, соответственно, он сказал, что работает на нас один из лучших юристов, я, наверное, не совру, Арман, который работает в Лондоне, и тоже он сегодня нанимается на работу в нашу компанию. Это, друзья, уже данность, и это реальность. И я могу сказать, что когда я на это смотрю, когда я смотрю на эту работу, это действительно дорогого стоит, и это действительно те результаты, которые мы делаем. И самое главное, что Арман понимает, и мы все понимаем, что ирландский проект должны финансировать ирландцы. Это глупость, если мы будем скидываться в России деньгами для того, чтобы в Ирландии что-то построить. Так же, как и они сегодня. Говорят, почему должны что-то строить там, в Челябинске или в Марьиной Горке. Вот. И это тоже, друзья, нормальный подход. Но когда мы начинаем разъяснять, когда мы начинаем проводить обучение, и мы говорим, что да, вы сегодня инвестируете в адресный проект, да, вы можете на этом получать там 150% инвестиций в конкретный проект. И можно проводить аналогию, что сегодня Apple платит 48% годовых, это самые большие дивиденды за всю историю экономики, то есть никакая компания еще не давала дивидендов. Вот. А мы ведем речь там в районе там 100% по адресным проектам. Но, друзья, на сегодняшний момент, когда вы инвестируете в корневую компанию и в головную технологию, то, конечно, объем дивидендов и эта венчурная стадия, она намного выше, потому что адресный проект, друзья, это уже не венчур. Адресный проект – это уже конкретное воплощение технологии, и она может быть только высокие дивиденды, но весьма обозримый. Инвестиционный проект не может дать такую доходность и такую прибыльность, как дает венчурная стадия. Поэтому на сегодняшний момент, если вы верите в проект, вам интересно его видеть, помимо инвестиций в адресный проект, конечно, наиболее целесообразно сегодня часть инвестиций делать в головную компанию, в головную технологию, где вы станете совладельцем всех проектов, которые будут делаться с технологией Skyway. Это действительно очень серьезно действует, и, как Арман говорил, что ирландцы, которые хотели, пришел инвестировать 1000 евро, проинвестировал 5, а потом задал вопрос, слушайте, а куда же это, собственно, пойдет? И там стал вопрос о том, как и проводить, потому что еще логика для этих инвесторов не до конца делалось. Поэтому вопрос, так, тут опросник идет, сколько, значит, друзья, ту логику, которую мы сейчас проводим, и мы всеми силами и всеми сейчас вводим такое понятие, что, друзья, надо вводить понятие ответственный сегодня партнер, ответственный инвестор, то есть ответственный за проект. То есть мы, как все директора, мы, как все для себя делаем практику, что каждый месяц какую-то сумму обязательно надо инвестировать. Это поддержка проекта. То есть называйте это как угодно. Хоть кто-то вот мне говорит, ребята, но это же не благотворительность, чтобы там носить. Друзья, на сегодняшний момент то, что мы сегодня делаем, это все находится на грани высоких рисков, на грани благотворительности и на грани того, что приносить очень серьезные дивиденды. Это будет в том случае, когда весь проект реализуется и когда весь проект начинает двигаться. Это, друзья, огромная работа. И как бы мы ни хотели, ни старались, друзья, то даже самой такой пылкой команды, если мы будем там Арман, Ольга Шантина, Алексей, я, Андрей Хавратов, Юницкий и вся команда, мы будем работать по 24 часа в сутки, друзья, одни мы это ничего не сделаем. Только совместная общая работа и вот эта синергия. Сейчас это сотен тысяч людей, со временем будет миллионы, миллионы. То есть только это может давать результаты. Соответственно, друзья, это все зависит от нас. И Юницкий на конференции, когда действительно поклонился залу и сказал, что, друзья, вы за этот год реализуете мою мечту. Вы делаете то, к чему я шел всю жизнь. И мы к этому все причастны. И вы вспомните, кто был на этом. Зал хлопал стоя, и все понимали, что мы сопричастны. Так вот, сегодня у нас, я сразу могу сказать, у нас впереди еще огромная и огромная работа. Мы делаем только первые шаги по запуску экотехнопарка в Марьиной Горке.
первые шаги по демонстрации отдельных проектов и прошитку бизнес-планов. А впереди у нас, друзья, десятки, сотни, тысячи проектов. У нас сотни, тысячи, миллионы километров трасс, которые мы должны построить. Это рабочие места и это бизнесы для огромного количества людей. Это для нас с вами, друзья, это серьезные дивиденды и премия. Я всегда это говорю, что это венчурная премия за те риски, которые мы сегодня несем, инвестируя, приходя, помогая, продвигая проект. И это, друзья, как раз как снежный ком сейчас нарастает, все больше и больше количество людей включается и делается. Это и Сергей Анатольевич Лишин, и Род Худк с Австралии, и ряд сегодня уже бизнесменов и банкиров, которые присматриваются делать. Держится, друзья, то, что мы всегда говорили, и в нашем фонде, и Ховратов всегда это доводит. Друзья, сегодня еще довольно-таки продолжительное время проект будет держаться на простых нас с вами людях, которые не жалеют и инвестируют 5, 10, 15, 20, 100 долларов. Для кого-то это большие деньги, но сегодня на этих инвесторах держится весь проект. Придет время, конечно, когда будет конкуренция и будут каждый день приходить инвесторы на сотни тысяч, на миллионы. Все это, друзья, будет. Но это, как ни странно, только тогда, когда мы с вами все продемонстрируем. И они с нами выйдут на нашей с вами и риски, которые мы сделали. Потому что, как не раз мы говорили, такого рода бизнесмены, никто не хочет быть первым, но никто не хочет быть вторым. Все хотят быть полтора, то есть не нести рисков и получать максимальную прибыль. Поэтому, друзья, я могу сказать, что мы не зря объединились. Видите, я всегда показываю Transnet Group. Мы объединяем мир. Это объединять наша работа. И поэтому мы объединились для того, чтобы строить Skyway. Строй Skyway, спасай Россию. Это не пустые слова. Это сегодня уже программа действия. Строй Skyway, спасай планету. Арман сегодня приехал с Ирландии. Говорит, ребята, спасение начнем с Ирландии. Ну, потом, может быть, будем и Европу, и Лондон, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, эта работа идет, и мы, соответственно, с вами сегодня ответственны за то, как будет двигаться. Затраты на полигоне сегодня растут, затраты в конструкторском бюро сегодня все более и более существенны, и мы не имеем права с вами, сказав и сделав первый шаг, остановиться, делать. Поэтому те, кто сегодня с нами, и те, кто понимают, для них это не пустой призыв, вы понимаете, что на нас с вами сегодня держится весь проект. На нас с вами сегодня огромная ответственность. Придет время, я надеюсь, что это не так далеко, что к маю следующего года, когда адресные проекты будут давать дополнительное финансирование, когда крупные инвесторы подключат, тогда мы с вами, друзья, уже можем вздохнуть и сказать, в данном случае мы свою основную задачу выполнили. Пока этого не произошло, друзья, еще раз могу сказать, еще раз акцентировать внимание, что все, друзья, держится только на нас с вами. И если мы с вами сегодня перестанем делать свою работу, если мы с вами сегодня перестанем привлекать новых инвесторов, перестанем привлекать и нести эту информацию об этом проекте, и перестанут приходить люди, то точка невозврата еще не пройдена. Проект остановится, и дальше он двигаться не сможет. Поэтому сегодня все держится на нас. И, соответственно, те крутые инвесторы, которые ждут, что у нас получится и что мы сделаем, они тоже, соответственно, зависят. Ну и вот, давайте, вот Алексей поставил сейчас вот этот юнибайк. Это, я могу сказать, красивейший. Я когда на это смотрю, друзья, у меня аж сердце, соответственно, замирает, потому что это действительно красиво. Как конструктора в авиации говорят, летать могут только красивые самолеты. Так вот, я могу сказать, вот та конструкция, которую вы сейчас видите, она не может не ездить, не может нет, потому что это действительно красиво. И это действительно то, что конструкторское бюро, оно дальше выдало буквально через 10 дней после того, как мы обсудили, сделали и запустили концепт именно юнибайка, то есть легкого транспорта, который... Поэтому, друзья, мы многое сделали, у нас много получилось, но это первые шаги, впереди у нас огромная работа, и, к сожалению, а я бы сказал, друзья, наверное, и с радостью, что кроме нас эту работу никто не делает. И еще интересно, я могу сказать, что буквально с Ховратовым позавчера много раз слышал эту фразу, ну, что-то же доходит всегда постепенно. Так вот, он говорил, что человек перестает работать, когда он начинает заниматься любимым делом. Как только наша работа становится любимым делом, вы не замечаете времени, вам не жалко усилий, вы всегда делаете. Так вот, я могу сказать, что вот эти 2 года, которые сейчас уже непосредственно работают, а до этого практически 5 лет, то, что мы работали с Юницким, запускали проект, а до этого практически 15 лет я занимаюсь любимым делом, и это тоже
Кстати, многим сегодня из вас говорят, что я не могу, мне стыдно, я не могу продвигать, и мне стыдно, что меня обвиняют в пирамиде. Мне тоже пытались привесить такой ярлык, что мы занялись пирамидой, что мы занялись построением финансовой махинации для того, чтобы под видом проекта. Я говорю, друзья, вот вы меня знаете, там многие, там 10, кто 15 лет из разных должностей. Друзья, я занимался струнными технологиями, я с Юницким 15 лет, я всегда этим. Тогда еще не было понятия ни краудинвестинга, не было понятия сегодня народное финансирование. Мы искали инвесторов, искали богатых, искали чиновников, которые могли, там, слава богу, был Александр Иванович Лебедь, который помогал. Был венчурный фонд и ребята из «Газпрома», которые помогли реализовать концепцию «Озер» 2001 года. Но, друзья, тогда этого не было. И сегодня, когда возможность краудинвестинга позволяет реализовывать проект, поэтому я здесь, поэтому я занимаюсь здесь этим проектом, потому что только это развивает сегодня технологии, только это сегодня приближает Транснет, только это сегодня строит будущее, которое мы сегодня делаем. Поэтому, друзья, смотрите, показывайте, делайте, и я могу сказать, что вместе мы только можем реализовать этот проект. В отдельности когда-нибудь, это опять при стратегическому инвестору кто-нибудь, может быть, но я думаю, что, друзья, этого уже не будет, потому что та система, которая сейчас нарабатывается, а когда она еще начнет приносить и дивиденды, и прибыль, я думаю, друзья, интерес к этому проекту у миллионов и миллионов людей будет все больше и больше усилий. Поэтому, друзья, я специально сегодня на вебинаре не комментирую условия, о которых мы говорили тогда, и внешние сегодня фактор, то есть, хотя есть что сказать про мое любимое правительство, мне тут после прошлого вебинара говорят, за что вы так не любите Медведева, потому что это непрофессиональное правительство, которое не соответствует сегодняшнему времени. Не будем сегодня об этом говорить, о том, что они опять программу сделали, опять разграбление страны и приватизировать все, что еще не приватизировалось. И цены на нефть, которые они сегодня там ждут опять, маны небесной. Это, друзья, мы будем говорить еще отдельно. Сегодня основное, друзья, мы нацелены и заточены как клин на результат. Мы должны этого добиться. Для этого мы должны все сконцентрироваться на решении задачи, которую мы сегодня ставим. Он должен развиваться, он должен обеспечить стабильное финансирование конструкторского бюро, а конструкторское бюро должно стабильно выдавать чертежи и стабильно вести строительные работы. Потому что сегодня они свою работу выполняют, мы, друзья, худо-бедно тоже выполняем. Естественно, всегда мы недовольны, всегда мало, но, друзья, от работы каждого будет зависеть соответственный результат. Поэтому сегодня в преддверии там очень серьезных изменений, которые идут в структуре Skyway, в работе по адресным проектам, друзья, мы сегодня все, что мы делаем, все, что мы наметили, нацелено только для достижения одного результата. Если сегодня идут какие-то обвинения, инсинуации или личные обиды, друзья, надо обо всем, соответственно, забыть. Мы все сегодня работаем только для того, чтобы получился результат, только для того, чтобы построить Марьину Горку, только для того, чтобы продемонстрировать и выйти в адресный проект. Если вы думаете, на этом работа потом закончится, друзья, она только потом начнется. Но она будет совсем другого плана, совсем другого уровня. И как говорила бабушка моя, дай бог нам, друзья, дожить до этих проблем. А я думаю, что мы не только доживем до этих проблем, мы их еще и реализуем. И мы еще увидим все результаты той работы, которую мы сегодня с вами делаем. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До следующей среды. Строй Skyway, спасай Россию. Спасай планету. Транснету. Мы объединяем мир. Все, друзья, спасибо, что с нами. Всего доброго.